Сотрудники полиции Ноябрьска обнаружили труп женщины в лесном массиве. Следователи установили это тело 46-летней жительницы Ноябрьска, которая пропала еще в сентябре 2012 года. Признаков насильственной смерти не обнаружено, однако ряд судебно-медицинских экспертиз назначен. Известно, женщина злоупотребляла спиртными напитками. Указанный труп был направлен на судебно-медицинское исследование в бюро, в Ноябрьское городское отделение судебно-медицинской экспертизы. Впоследствии был опознан родственниками как принадлежащей женщине, которая пропала без вести в сентябре 2012 года. В настоящее время проводится комплекс судебно-медицинских экспертиз, комплекс иных экспертиз, направленных на установление причины смерти, идентификации личности трупа.